Всем привет, коты, собаки, чебуреки, еще не знаю, кто там, папирусы, шмяки. Снова я на связи. Женя, познакомься. Чебуреки! Знаешь, я чебуреки? Бла-бла-бла. В общем, если вы не знаете, это мой мелкий, которого я всю жизнь ненавидел и буду ненавидеть, так сказать. Да давай что-нибудь уже делай, какое-нибудь движение со мной. В общем, короче, давайте я проведу рум-тур по моей квартирке. Короче, тут у нас батина вот такая вот. Вот тут у нас комната батя. Это, подождите, это мой лопух. Это, в общем, моя такая комната. А когда меня там будете снимать? Вот смотрите, вот такие вот желтые обоссанные типа стены. И кровать. Писемые, да? Кровать моя. Кому не видно. Кому не видно? Вот она. Кому не видно, я тут. В общем, мое кресло. Короче, сейчас я полечу вот сюда. Опять на выводитель. Здравствуйте всем. Я вот какое движение это буду делать. Подожди, Жень, я ром-тур делаю. Вот, в общем, игровая комната. А когда что-нибудь-то будем делать-то? А сейчас покажу. Что? А ты когда там? В общем, наша кухня. Которая тоже очень... Детский. А ты? Нет. Я видео снимаю. Ты как ты снимаешь? Очень любит. Историю. Вот, она а мы кота своего не показали. Пойдем кота покажем. Ладно, остальное чуть попозже покажу. Пойдем, сейчас кота. Передаю слово моему лопуху. Дай лопух. Здорово всем! Здорово все коты, собаки, чебуреки. Как там, книжки, всем привет. Кота своего сейчас снимем. Вот наш жирный, толстый, вот, знакомьтесь. Ладно, я сейчас... Самая интересная большая комната! Подождите, я сейчас сниму видео про кота.